Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Unkillied. Битва окончена, подрывник. Нет уж, в этом мы, ребят, не участвуем. Кстати, вот в этом тоже. А вот сундучок я, пожалуй, заберу и посмотрю, что из него мне выпадет. Какие карточки. Так, погнали. И выпадает мне две зеленых, одна белая. Приманка необычная, деньги и футболист. Кстати, приманки у меня еще ни разу не было. Я даже не знаю, что это такое. Забираем денежку со своей базы. Мощи 200 у меня на базе. И также не забываем нападать. Здесь у нас кто такая? Зотя. Ну, давайте нападем на Зотю. И какой-то у нас тут или кореец, или японец, я не знаю. В общем, его тоже немножко прижучим. Так, что у нас по зомбарям? Ага. Ходок у меня улучшен по полной. А бегун? Ага. Бегуна мы можем еще как раз немножко усилить. Все, кажись, это предел. Максимум, максимум. Ладно, ребята, ждем рукопашника. Надеюсь, он вскоре у нас будет. Рукопашник. Ну, а мы переходим с вами в сюжетную линию. 126-я миссия у нас на кону. И я, как смотрю, моя пукалка здесь отстает. Ох, как сильно. Давайте мы это компенсируем ракетами. Прикупим сейчас с вами. Деньги пока позволяет. Давайте-ка еще возьмем. Отличненько. И... так, нам нужно адреналина взять. Я думаю, что... штучки две-то мы точно с вами приобретем. Ага, даже еще можно одну взять. Все. Так, можно... давайте-ка еще возьмем с вами вот эту вспышку. Полный комплект возьмем. Все, отлично. Ну все, отправляемся. Для анализа вируса нам нужен секвентатор ДНК. Кажется, его можно найти в больнице на 6-м авеню. Хм. По улице не пройти, давайте по крышам. И где эта ниндзя, когда она нам нужна? Как обычно мы говорим про Шин. Действительно, все время она как непредсказуемый этот гоблин. То появляется, то исчезает. Да ладно, мы что, серьезно будем по крышам бегать, что ли? Оу, а вот и Шин, куда она бежит? Непонятно. Сюрприз, давайте в больницу. Ах ты, Шин, охламонка ты несчастная. Следуйте за Шин, ё-моё. Снайпер, следи, куда идешь. О-оу. Так, снайперок, ты у кого черепушку-то стрел, а? Так, мне нужно что-то сделать. Мне он держит в прицеле мостик. Заведи генератор, это отвлечет его. Я так понимаю, вот это генератор. Ну, а! Ребят, его нужно запустить. Для этого нам понадобится... вот! Бензин. Ну, конечно же. Давайте-ка зарядим его. Как он его отвлечет, интересно. А, вывеска загорелась. Впечатляюще. Чисто, двигаем. Так, Шин, давай ты вперед. Я потому что не понимаю. Ну что, а, все, нормуль. Нифига тут снайперов-то. Еще один снайпер, держись. Да я уж как-то попытаюсь. Живо, за мной! Бегу. Так, ты поднимаешь, молодец. Фух. Я думаю, что больше этих снайперов здесь пока не будет. Так, Шин, только не говори, что ты сейчас здесь у меня пролезешь, а я останусь. Ты где у меня вообще? Эй, что за дела? Что ты там встала-то? Ё-моё, глюкануло, что ли? Так, ну хорошо, мы подошли. Заперто, прикрой, а я пока взломаю дверь. Ну, началось, ребят, ну... вот я так и думал, что будет в этом подвох. Да, со своей пукалкой я, пожалуй, тебя тут прикрою. Ага. Ё-моё, главное, чтобы ее не расколбасили, ребят. Я, конечно, попытаюсь. Меня уже самого там долбят. Так, отлично. Жесть. Так, у меня аптечка. Давайте вот так попробуем хотя бы. Адреналин нам в помощь, как говорится. Что там пробубнило, я не знаю, но явно что-то недовольное. Так, 14 секунд осталось нам продержаться. Это вроде бы и мало, но в то же время... да я понял, понял, Шин, что тебя колбасят. А я что могу сделать? Ты же видишь, сам на пределе играю, ё-моё. I'm in the face, блин. Вот тебе. Удивительно, хорошо. Ладно, с этим... есть, давайте, даю. Что тебе давать? Бежать за тобой, я понял.
Поможешь, нет? Поможешь, молодец. Так, ну здесь мы с ними расквитаемся. Шин, ты главное здоровье себе пополняй потихоньку, чтобы я не беспокоился о нем. Ну, а тут мы с тобой дадим им шороху. Так, все, куда, куда ты бежишь-то? Шикарно, хорошо, ё-моё. Оп, и смылась она. А я тут буду один смотреть на вывески. Ладно, ребята, это не имеет значения. Мы с вами прошли этот уровень. Так, адреналином мы обвесились. Которого у нас больше, по-моему, нету. И, тем не менее, мы прошли эту миссию с одной звездой. Как это ни прискорбно, но прошли. Получаем с вами что? Голду? Голду, 30 штук. Да, даже на обойму не хватит. И плавно переходим на 127-ю миссию. Так, давайте почитаем немножко. Будь как Шин. Я не так уж хорошо прячусь, но раз уж при мне образцы вируса, а крыши кишат снайперами, НП и прочими дураками, мне очень повезло, что я внимательно наблюдал за Шин. 18 тысяч голды. Отлично. Ну что, ребят, давайте двигаться с вами. Ёлки ты палки. Моя М16 просто откуривает в сторонке, тихо плача. Ну, а мне-то куда деваться, ребят? Некуда. Буду с этой пукалкой и дальше продолжать бегать. Вот здесь мы с вами остановились, оглянулись, и тут зомбари ко мне рвут, по ходу дела. Ядрить его на корень. Ладно, устройство у меня, уже сваливаю. Зачистить и выход. Так, там еще босс. Хорошо, ракета у меня готова, ребята. Сейчас мы, если что, пальнем. Вот так. Добью. Ну, клона этого или нет? Да не, должен я его расковырять. Хорош, 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 хорош. Перезаряжаться. Нормулька, ребята. Так. Ну, клон. Угу. 7 из 20 мы с вами нашли ДНК. Как меня это радует. Прям нет слов. Так что, ребят, продолжаем колбасить. Пока они у меня постоят маленько. Ну, давай, 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 рейчик, ну, поднатужься, только не сильно. Поспеши, Шин, снайперы вернулись. Стреляют они, как штурмовики. Но, двигай. Да двигаю я, пытаюсь, ё-моё. Ну, вы видите, какой здесь жесть какая-то. Плотное кольцо зомба... Ё-моё, ребят, продвигаться надо боем. Так, подхилимся. Иначе меня заколбасят просто сейчас. Я немножко добью этих упырей. Так, по-моему, пора ракету использовать, ребят. Так, смотрите, снайпер там за нами палит, но не стреляет. Так, смотри, ох, жесть какая-то. Ах, ребята, мне нужно здесь подбить зомбарей. Идти никуда особо не нужно. Да ладно, опять босс. Так, босяра. Так, смотрите-ка, лазерный луч проходит мимо меня. Ну, клон, сдохнешь ты или нет, а? Ты запарил уже здесь шаркаться. Так, 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 ребята, все. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Бинго, как говорится. Кто-то меня еще сзади, блин, ковыряет, а? Блин, совсем припухли, я смотрю, охламоны эти несчастные. Ну, идите сюда, охламоны. Так, 12. 12 осталось этих чудиков нам побить. Да ладно вам. Да что ж ты будешь делать-то? Бомбардир. Все. Нет его больше. Ребят, ну также не забываем, что у меня ракеты тоже кончились. Не дай боже, тут появится какое-нибудь чудило с Нижнего Тагила. Я боюсь, мы с вами здесь не пройдем уже. Нет, не пройдет так дело. Захотели на храпа взять. Превосходно. Угу. Я, по крайней мере, зашибись, да? Она забежала в комнатку, в темную, вылезла оттуда под конец боя и говорит еще мне, что все превосходно. И я так не считаю, потому что я потратился здесь довольно шикарно. Я потратил много чего. Ракеты, бомбу. Так, что мне? Аптечку дали? Ну, спасибо вам большое за эту аптечку. Мне бы, конечно, лучше бы второй шанс. Так, опять мы получаем с вами голду. 30 штук, я больше чем уверен. Ага, большего здесь и не стоит ожидать. И 120-я миссия у нас с вами на кону. Угу. Рейнджер США. Так же, как и по-прежнему, вы мне не дадите, да, ничего улучшить? Ну, естественно. Карту нужно найти, какую-то другую. Так, ребята, я от вас и не услышал в комментариях по поводу этого, этой карточки, этого улучшения, что нужно сделать. По ходу дела вы сами еще не знаете. Ну, что я могу сказать? Придется мне как-то самому с этим разбираться делом. Хотя я больше уверен, что ничего здесь не поможет. Как видите, балалайка. Можно только сбросить навыки. Но для чего?
Мне это все не нужно. И так я слишком много туда вложил денег. Ну что же, давайте посмотрим. Ё-моё, 2530, а у меня 1720. Жесть какая-то. Так, две ракеты у меня еще есть. Аптечек дудки. Давайте возьмем, наверное. Пролетаю, ребят, я с аптечкой. Не хватает голды, как ни странно. Все, по-моему, ребятушки, мы с вами приплыли. У меня ресурсов нету, денег нету. А бои все хуже и хуже. Ладно, будем пытаться, как говорится, жить до последнего. Надеюсь, это все окупится. Вертолет в пути, осторожнее со снайперами. Так, я понял. Пробегаем. В прицеле снайпера. Йо! Ничего себе они шмаляют. Постой, я постараюсь открыть барьер. Да я-то постою. Так, подождите, пока Шин найдет переключатель. Подождите, я думаю, что просто так. Ну, естественно. Естественно, как же без этих охламонов. Ё-моё, а. Сколько мне ждать придется? Времени нет. Как говорится, догадывайся сам. Ух ты, ребят, вы видели только что? Снайпера, оказывается, вот этих вот зомбарей тоже бомбят. Хоть какая-то от них польза. Так. Сколько у меня? Еще одна. Еще одна у меня вспышка. Куда она здесь взялась, я вообще не понимаю. Так, пошла вон. Вау, смотрите, снайпера действительно мочат их. А почему вот этих не хотят убивать? Ну, помогли бы мне уже. Ой, ребята, жестко, жестко все здесь пошло. И только лишь из-за того, что у меня, извините, нет хорошей достойной пушки. Так, я держусь. Если что, у меня еще две ракеты есть. Конечно, не хотелось бы их тратить очень сильно, ребят. Но если придется, я, пожалуй, воспользуюсь. Все, адреналина у меня, к сожалению, тоже нету. Шин, да скоро ты там откроешь, а, барьер. Я уже на измене, на полной измене. У меня всего одна аптечка. Думаю, шанса у меня больше не будет. Какой там сенс? Ну, давай, роднуля. Есть, давай, иду. Так, снайпер пошел отсюда. Вот так вот давайте попробуем. Тихо. Опять в прицеле. По-моему, промазал. Ё-моё, не щадит. Сюда. Так, Шин, ты куда-то меня ведешь? Я даже не знаю. Кажется, чисто. За мной. Иду. Хорошо. Где ты? Куда ты? Опять эти снайперы. Разберись с ними. И смотри в оба. Как? Как я должен разобраться со... Может быть, просто зомбарей нужно убить? Ну, давайте попробуем. Ух, ребята. По-моему, мы с вами двигаемся куда-то в направлении вражеской базы. Где, наверное, будет просто тьма зомбарей, плюс еще элитные какие-нибудь спецвойска, которые нам будут очень много доставлять проблем. А так как у меня оружия никакого нормального нету, ох, мы там с вами поплачем. Поплачу вообще-то я, а вы будете смотреть на это и любоваться, как я буду плакать в простынку. У меня других слов просто нету. Так, ладно, я... Специально пробую, ребята, целиться в голову. Но из меня такой стрелок, как видите, просто обалденный. Да сколько же, а, отбиваться-то нужно. Только не говорите, что я еще потом должен туда продвигаться. Какой-нибудь выключатель искать. Это будет очень больно и жестко. Причем снайпера просто на раз убивают этих зомбарей. Вот бы мне такую пушку, а. Тюн, и он готов. Давай, иди сюда. Что? Опять тебя там бьют, я так понимаю, да? Оу, да ее там окружили просто-напросто. Нужно помогать, ребят, во что бы то ни стало. Все, по-моему, она... Где это, Шин? Вот ты где. Давай я тебе маленько здесь помогу. За твои, как говорится, заслуги перед отечеством, передо мной. Может, с тобой немножко повоевать. Ну давай, падайте, зомбари. Не, на самом деле очень интересно, потому что я не вижу здесь предела. Воу, тихо, братюни. Ну-ка.
Я разберусь с воротами. Так, ты разбирайся давай с воротами. Как бы у меня, наверное, закончились вторые шансы. И его больше не будет. Шикарно. О, на вертолет мы сели. Давайте сматываться отсюда. Эвакуация. Да, смылись. Вертолетик нам подбили. Воу, мы еще и на землю опустились. Вообще круто. Успех, да какой тут успех. Одно уныние и разочарование. Ой, я даже не знаю, как мы с вами дальше будем выживать. Хорошо, две звезды получили. В принципе, для меня это уже не актуально. У меня 200 тысяч долларов. Тратить не на что. Опыт, спасибо. Тоже пока не нужно. Ё-моё. У меня нет слов, одни эмоции, ребят. И в арсенале давайте посмотрим, но что я тут увижу? Как говорится, только фигу в экран. Ага. И здесь, да, не хватает голды. Тут приходите завтра. Ну, видеоролик я не хочу смотреть, потому что я больше уверен, ничего путнего там мне не достанется. Я могу только смотреть на это и облизываться. Да, придется как-то, наверное. Слушайте, у меня хотя на одну хватит. На одну обоймочку. Точнее, даже ракеточку. Ух, была не была. Если как в тот раз у нас появится мясник. Помните, да? Там вышел мясник, еще кто-то. Я все ракеты свои потратил. Причем там у меня была не одна обойма, а, по-моему, три. Шин, ты в порядке? Не двигайся. Я сам-то почему-то лежу на бикрель. Ну, видимо, вертолет у меня упал так. Ну, как видите, автомат еще работает. Оу-оу-оу. Я полторы минуты здесь должен продержаться. Еще перезарядка. Отлично просто. Сейчас было очень глупо сделано. Я нечаянно выкинул, ребята, две гранаты. Две вспышки. Большая, конечно, была ошибка. Ладно, у меня еще есть обойма ракет. И одна аптечка. Ну, аптечка, естественно, только для меня. Так, вот стрелять будем. Надеюсь, никто к ней не подойдет. Да, ё-моё, пришлось, ребята. Оу. М24 мы с вами собрали. А вот это уже хорошо. Надеюсь, дальше нам будет попроще. Острый глаз. Не-не-не-не-не, не надо. Как же ты долго перезаряжаешь свою пукалку, а? Которая и так медленно стреляет. Точнее, она стреляет-то быстро, но дамаг очень и очень маленький. Да-да-да-да, давай-давай-давай-давай! Блин, я понял, Шин, извини. У меня больше ничего нету. Ни ракет, ни гранаты. Я никак не смогу тебя прикрыть, родная. Придется тебе терпеть. Тут остались считанные секунды, блин. Давай-давай-давай-давай, Рэй, давай, ну... Ну поднажми, малька-то, ё-моё. Пулемет, строчи, как в последний раз. 4, 3, 2, 1. Ух, ребятушки. Нам нужно выбираться отсюда. Да, Шин, и желательно побыстрее ко всем чертям оставить это место позади. Я даже боюсь представить, что нас ждет впереди. Ух, если не потянем, ребят, придется надолго, наверное, отказаться от игры, пока я не найду себе нормальное оружие. Так, ну что же. Мы с вами что-то нашли-то. Сплинтер, что ли? Ага, две карточки, понятно. 130-я миссия. Ух, осталось всего лишь 20 миссий. Оу. М240G. Слушайте, по-моему, это пулемет. Так, я могу, например... Ну-ка, попробуем. Хм. Нет, ребята. Не могу. К сожалению. Слушайте, я думал, что я смогу пробегать с пулеметом. Ну, естественно, я его прокачал бы. Но нет, это, видимо, для отбивания. Там, типа, как турель. Драгунов. Эй, и денег нет. Ничего абсолютно нет, ребят. Все, финита ля комедия. Придется играть так. Рэй, ты меня слышишь? Не вижу тебя. А ты смотри внимательно, вертушку сбили. Была тяжелая посадка. Ты в порядке? Ну а как она думает?
Я да, но вот Шин ранена. Надеюсь, ее Вуду все еще работает. Оставайся там, я высылаю помощь. Оставайся там. Хорошо. Жесть, она еще и ранена. Ё-моё, хромает. Только не говорите, что я сейчас должен ее сопровождать или защищать. Это просто будет полный финиш. Вот она присела. И это плохой знак. Рэй, помощь уже в пути. Я вижу, что рядом с тобой пара аптечек. Займись этим. Заняться этим. Хорошо, попробуем. То есть я должен... Ага, аптечки отнести Шин. Ребят, а вот такая мысль неплохая. Но как-то долго он строчит. Хоть и урон довольно неплохой. Да, урон неплохой, но... Но ничего это не поможет, по-моему. Абсолютно. Я, конечно, подбиваюсь, сколько смогу. На-то, гад, получи. Да, винтовка драгунов, она... Точнее, снайперка, она придумана не для этого. А именно поражать на дальней дистанции. А я, знаете... Приспособил ее, называется, как автомат. Так, Шин, ты где у меня здесь? На тебе аптечку, подкрепись там маленько. Держись, главное. Так, где еще одна? Вижу. Вот, блин. Не могу достать, нужно оббегать именно. Слушайте, а почему я не могу взять все аптечки сразу же с копом? И, например, отнести... Нет, вот я должен, блин, по одной носить. И у меня время идет... 35 секунд, это на что? Все еще живы? Мы в двух кварталах от вас. Да, но меня... Слушайте, это время, по ходу дела, до помощи. Да, видимо, сейчас прибежит помощь. Так, Симонов какой-то у нас. Автомат. Я вижу еще одну аптечку. Давайте я ее возьму по-бренькому и попробую... Попробую, говорю, донести до Шин. Я только получаю мясник, 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 а толку от этого никакого ровным счетом. Так, Шин, где-то еще должна быть одна. Что? Оу, ребята, время вышло. Короче, все, я понял, это было не подкрепление, ребята, это было время до конца миссии. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Да, не свезло, не повезло. Ну, вы видите, как сейчас очень тяжело приходится здесь выживать. Ну, деваться некуда. Так что увидимся с вами позже. А на этом все. Всем пока, удачи, до скорых встреч.